Меня что-то много спрашивают по поводу моего отношения к уходу Дани из Ледникова. Ребят, Даня изначально шел в этот сезон с условием, что он может в любой момент покинуть проект. И, ну, иначе бы он просто не согласился. Поэтому тот факт, что он ушел из шоу, он вполне понятен, и он не вызывает у меня никакого негатива. Да, человек устал, человеку тяжело. Попробуйте сами потренироваться столько, не будучи фигуристом, я бы лично не смог. Есть вопросы к тому, как он сообщил команде и коллегам о своем решении. Здесь, конечно, к Дане есть вопросы. Но, повторюсь, уйти он имел право, я в этом какой-либо сверхпроблемы не вижу. Хотя мне очень грустно, потому что мне проект нравится, и я рад был видеть пару Жени и Дани на льду.